как тавтология, вкусный вкус, да? То есть если будет такое вот, знаете, если ребенка будет тянуть к вам, если ваши разговоры будут гораздо интереснее, нежели в интернете, вы их запретом ничего не сделаете. Это не те дети, которые будут слушать запрет. Они обойдут вас, обхитрят и сделают по-своему. Такие сейчас дети. Но если они очень чутки вместе с тем, именно к культуре. Поэтому сейчас время, когда нам с вами предстоит очень многое перестроить в своих собственных семьях. Потому что если дети будут видеть отношения невкусные между родителями, если они будут видеть отношения невкусные по отношению к себе, они найдут в интернете.